Вопрос об использовании оставшихся средств бюджета в 2019 году обсудили 21 февраля во время комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству. Общая сумма на расчетном счете составила свыше 190 миллионов рублей. Как и куда их потратить, решали депутаты. По программе содержания и развития инженерной инфраструктуры. Значит, расходы увеличиваются на 57 356,5 тысяч рублей, в том числе за счет возврата остатков этих межбюджетных трансфертов, это на реконструкцию ВЗУ-4 и ВЗУ-5. Займутся в этом году и строительством канализационных коллекторов по очистке сточных вод. Дополнительно 7 200 000 выделят на проектные работы, а также прокладку ливневой канализации в микрорайоне Серебрянка. Делать это будут параллельно с благоустройством набережной реки. Облагородят территорию от моста в микрорайоне Дзержинец до грибной базы. Сейчас 10 тысяч мы положили на получение согласия Рыбнадзора. И, соответственно, так как у нас благоустройство должно параллельно идти с этой ливневкой, хотя бы с проектом, совпасть, то 7 миллионов мы опять пришли, так как не исполнено было мероприятие в прошлом году, мы еще раз на него заложили деньги. Дополнительные ассигнования пойдут и на программу формирования современной городской среды. Общая сумма свыше 132 миллионов рублей. Деньги выделят на покупку и установку информационных стендов, ограждений для контейнерных площадок и ремонт дорог во дворах. Сейчас еще сметы на асфальтировку дворов еще досчитывают. Нам, возможно, 40 миллионов не хватит, но у нас есть нераспределенные остатки. И мы эти денежные средства доложим в следующем уточнении. Еще один немаловажный вопрос – аварийное жилье. На проектирование домов для переселения дополнительно потратят 15 миллионов рублей и на выкуп жилых помещений у жителей взамен изымаемых аварийных – 4,5 миллиона. В роли застройщика выступит администрация. Если застройщиком выступает сама администрация, то, соответственно, снимается с себестоимости стоимость земли, упрощается стоимость подключения и т.п. т.д. И, соответственно, вот эти деньги, это уже реально построить дом именно под расселение. А на заседании Совета депутатов города Пушкина решили, кто будет замещать Елену Некрасову на период временного отсутствия. Предложили кандидатуру Олега Богомолова. За это решение депутаты проголосовали единогласно. Инга Лапикова, Константин Кузнецов, Павел Розин, Пушкинское телевидение.